выпуска Инстаграм Нелли Давыдовой. Это специалист по межличностным отношениям. Она пропагандирует истинное предназначение женщины, знает, как соблазнительно быть умной. Основатель лаборатории успеха. Человек, знающий толк в истинном успехе, а не в материальном проявлении мира. Ссылка в описании. Заходите и подписывайтесь на дружественный нам канал. Ссылочка в описании. Ну что, ребята, всем здорово, всем привет. Испанское метро. Утро. 10 часов 20 минут. Вот, еду сейчас на встречу с нашими друзьями из Израиля. Супер! Всем привет, ребята! Добро и позитив! Короче, едем сейчас на Ля Рамблу, да? Позавтракаем, посидим туда-сюда, поговорим о том о сём. Да, встреча с Арнольдом прошла просто на 5 баллов, вот, поэтому все было круто. Вот, едем, короче, ребята, посмотрим, что нас сегодня ждет этим днем. Думаю, будет круто. Ну что, ребятки, немножко покажу вам Барселону, да, Испанию. С погодой, в принципе, повезло. И ни тепло, ни жарко, но, в принципе, самое оно для того, чтобы прогуляться. Нам нужно рок-кафе, нас там ждут ребята, Барселона Бас Турист. Кстати, тоже вот, ребята, есть два варианта путешествий по Барселоне. Вот такой вот автобус, который проехал, еще есть красный автобус, то есть у них маршруты не пересекаются. Интересная тема, мы и на том, и на другом тоже с Викторией Викторовной катались, с нашей крестной мамой. Вот. Но по большому счету, скажем так, что... И на том, и на другом стоит прокатиться, потому что маршруты разные. Вот, ребята, и тоже будьте внимательны, потому что, конечно, вещицы воруют здесь. Вот, бывает такое, что могут что-нибудь додернуть. Это знаменитая улица Ля Рамбла. Правильно так называется. Ля Рамблас. Вот, видите. Но сейчас еще пока утро. Народу много здесь. И такси, вот видите, ребята, такси все одинакового цвета, и это тоже важно, да, то есть ты не путаешь там ни с какой там, знаете, ни частник, ни еще что-то. Ты взял в тачку, сел, короче, все по очереди, все культурно, вот, поэтому респектовая тема, короче. Ладно, двигаем дальше. Кстати, ребята, вот первый раз пробую такой вот холодный кофе, да, не знаю почему, но... Ну, что-то в этом есть, что-то в этом есть. Первый раз такое пробую, честное слово. Кстати, ребята, вот такая мне еще кепка обломилась вчера от Арнольда. Представляете? Она такая вот, черного цвета, стоит 12,95. Арнольд Классик, да. Вот так вот, на память, короче говоря. Представляете? Вот так тема. Шумахер поехал, ребята. Вот так. А мы, короче, с нашими друзьями, Серегой и Татьяной, гуляем по Барселоне. С подарками, ребята. Да, вот так вот. Что у нас там? А тут еще, да? Ну тут же финики. Финики, там то, все, короче, ребята, весь. Сладкое в мире. Да, сладкая булочка, все есть. Покажи. Ой, запах. Ай-яй-яй-яй. Здоровые, да? Смотри, какие, нифига себе. Еще по килограмму. Вот так. Ребята, будем кушать на нашей розовой кухне, короче. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, ребята, короче, зашли. Вот смотрите, тут, так скажем, каталонская еда. Это вот хлеб каталонский, он натирается чесноком, потом помидорчиком выдавливается, домашний хлебушек вот такой вот, да. Эти перчики, посмотрите, какие, а? Ай, какая сказка, блин. Вот это вот, не знаю, картошка какая-то, это вот омлет. Как это называется? Омлет. Тортилья бататас. With potatoes. Тортилья бататас. Понятно. А это? Крокет. Крокетс. Чикен крокетс. Чикен. Короче, вот это куриная штучка, а это калимары, да? Калимарес. Супер. Не то, что я подробно. Браво. А это?
Вино. Вино тинто. Вино тинто. From Spanish. Вино тинто. Рёха. Да, Рёха. Да. Так что, ребята, супер, короче. Огонь просто. Ну что, ребятки, а это вот центральная улица. Ля Рамблас. Много людей сегодня, очень много людей. Сейчас праздники в Испании, в Барселоне. Вот люди гуляют, смотрите. Вот даже вот эта улица, она обычно, по ней транспорт ездит, да, сегодня, видите, ее перекрыли. То есть люди гуляют, ходят, то есть здорово. Отлично, короче говоря, отлично. Настроение хорошее, погода хорошая. Все very good, very nice. Ребята, я не знаю, как вам, а мне это напомнило рынок Лужники. Видите? Смотрите, какая атмосфера, короче, да? Вообще огонь просто. Месси тут, Луи Виттон, короче. Ребята, все, Прада, короче, все здесь, все здесь. Все для вас. Вот так. Есть хорошие кадры. Ты смотри, смотри, смотри. Арнольда атакует, ребята, Арнольда. Арно, а ты прям рядом. Да. Ричи, красава, красава, да. Слушай, прям браво. Молодец, молодец. Что творится, ребята, что творится? Вот так. Арнольда, браво. Смотри, смотри, смотри. Отлично, отлично. Красавчик, красавчик, снял вообще. Ты прям был в гуще событий, получается. Прям в гуще событий был. Вот я представляю. Здесь, смотри, сейчас он или здесь, или другому дадут руку. Да, супер. Да, ребята, вот так вот. Что творится, что творится? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вот так вот, ребята. Голливудская звезда, да. Мечты сбываются, да. Круто. Огонь. Ну и нам тоже есть что показать. Сейчас покажу. Вот она. Вот она. Дядя Арни. Наш с тобой подарок. Да? Вообще респектос. Ричи, ты большой души человек. Я тебе хочу сказать спасибо. Вообще, ну, как бы наша встреча тоже не случайная была. Я считаю, что и не, может быть, не последний раз мы видимся. Я думаю, может, я к тебе в Латвию приеду. Вот. Может, в Норвегию. Может, Норвегию, может, еще как-то. Так что, видишь, как мир, как бы кажется, что он большой. На самом деле он маленький. Да. Вот. И самое интересное, вот видишь, как бы Арнольд нас познакомил, дал возможность нам встретиться. Вот. Только за это уже ему спасибо огромное, если правильно? Так, сколько эмоций, да? Если так, в принципе, да, подумать, так и случилось. Так и случилось, да. И случилось. И сколько Арнольд дал миллионам людей заработать. И заработать дал. Заработать. И объединил людей дал. И дал возможность вообще, ну, я не знаю, если сказать, что Арнольд звезда, это ничего не сказать. Арнольд не только звезда, он просто мега-человек, вот и все. Вот. Ребята, поэтому, конечно, я вам скажу честно, что Арнольд красавец, ребята. Да. Это надо почувствовать. Это надо прочувствовать, здесь, да. Это надо вот, да, понимаете, вот то, что вот сейчас показывает Ричи, да, это не передает вот через камера, монитор, камера, да, это не передает, когда ты находишься там, у тебя эмоции, у тебя страх, у тебя боязнь, тебе наступают на ноги, как ты говоришь, да, сегодня там. Здесь получил, там получил, вот по так голове получил. Да, и понимаешь, это, конечно, это эмоции, ребята, вот. А что еще нужно? Жизнь одна, ребята. Ставьте цели, достигайте их, вот и все. Ну, ребята, немножко смотрите вам цен на GoPro, на товары, да. Вот смотрите, четверочка 369 евро. В принципе, это недорого, да, получается? Да? Смотри, какие-то прибамбасы, да, туда-сюда. Вот, чего-то только нету. Шлема какие-то, смотрите, да? Крепежи. Вот этот велик мне понравился. Смотри, ты видал такой? Смотри. Огонь, да? 479 евро, ребята. Офигеть можно, смотри. Прикольно. Ребятки, немножко тоже вот вам цен на
яблочное производство, так скажем, да? Смотрите. Адаптеры, какие-то что-то еще, тут какие-то переходнички. Вот. Такие вот цены, смотрите, 6S+. Но семерки пока нету, ребята, видите? Пустое место. Но цены, вот они, да? Семерка, получается, 32 гига, 769 евро. А 128 гигов 879 евро стоит. Вот. Ну, как бы на паузу поставьте, потом посмотрите. Вот такие вот цены. Видите? Так, ребятки, ну смотрите, тут что тут только нету, да? И колбаски с перцем, да. И какие-то салями. И то, и сё. Короче, чего-то только нету. Вот цены такие, смотрите, что творится, да? Вот, вот такие вот ножки, да? Иберийская свининка, да? Иберико. 49 евро, ребята. Вот такая красота, да? 1 евро 90. Все берем, все покупаем. Вообще ни о чем, да. Евро 90, ребят. Вообще, копейки. Что ли, сегодня какие-то скидки или еще что? Я не знаю, видите? Я думаю, что нет 12 евро. Ну да, да. Это, на верхняя цена. Ну это, наверное, за килограмм, а это, наверное, грамм 100. Ну, прикольно, да? Я буду брать. Ну, чего-то только нету. Покупаем все, весь магазин берем. О, ребята, смотрите. Такие цены, 39 евро. Это 149, 159, ребята, видите? Вот, все по годам, все по выдержке, 9-12 лет, да? Вот, 79 евро, ребята, вот так. Огонь просто, огонь. Браво! Супер! Ребята, как вам? Браво! Thank you! Здорово! Ну что, как дела? Нормально. Понятно. Пьеву, пьеду. Ясно. Приятно было встретиться. Да. Тебя как зовут? Алексей. Очень приятно. Добра тебе и позитива. Смотришь канал, да? Посмотрим, да. Понял. Я встречался с Арнольдом здесь. Вот сейчас встретился с Арнольдом Шварценеггером. Да? Да, Барси. Смотри на канале. Скоро видео. Да, я как понимаю, себя посмотрю. Да, да, да. И ты попадешь в кино. Реально, что? Да, нет, все. Я сегодня улетаю уже. В Москву, ребята. Да. Ну, сколько приехал? Ну что, спасибо, Барселона. Спасибо, Испания. Да. Принесла нам много эмоций, встречи с Арнольдом и все остальное, да. В общем, как-то здорово все произошло. Все произошло наилучшим образом, ребята. Всем добра и позитива. Продолжение следует. Чао, пока, скоро увидимся.